Так, всем привет. Ну, короче, вот так мы сегодня сходили в лес. Так, надо выключить свет. О, вот так гораздо продуктивнее. Всем привет. Хи-хи. Не знаю, мне с детства нравится. Грибы прямо как из сказки. Так, привет из Баку. Показать меня? Меня покажу позже. Пока радуйтесь грибам. Из Наро-Фоминска, сами почему-то заявки в ВК не принимаешь, потому что мы последние 3 дня были насильно настолько заняты, что Маська это не успевала делать. А это делает обычно у нас она. Так, сейчас мы отварим всю вот эту кучу грибов и, соответственно, будем потихонечку кого-нибудь добавлять в друзья. Во. Так. Все сами собрали? Да, все сами собрали. Мася меня отвезла в грибное место, грибов не оказалось, и после этого мы поперлись на трассу Выборг-Санкт-Петербург, и там, соответственно, собрали все эти грибы. Тут так это килограммов, наверное, 9 получилось. Запасили за все 6 тысяч рублей. А это твоя нервная система. Да. Так. Вот пришел мой доблестный штурман. Штурман сегодня у меня в очочках, не в линзах. Так, всем привет из Саранска. Чего? Они гнилые. Мало того, что ты купила. Как место называется? Огоньки. Короче, если кто-то будет в огоньках, не покупайте у них ничего. Мася так сильно захотела, сказала, хочу свежей картошки и яблок, ждать терпеть не могу, и мы купили вот эту вот херню. Я Масе пытался объяснить, что яблоки за 400 рублей это дорого, а она меня не послушала, потому что даже в Питере у нас можно их было купить за 100. Ну, честно, я вообще как-то что-то даже... Не то, что не расслышала, я не задумывалась даже. Да, просто сказала, чтобы я заплатила и не вышлепалась, потому что она хочет эти яблоки. И вот нам, собственно, пришлось вот так вот делать. Я просто только сейчас открыла пакетик, смотрю и не понимаю, за что 400 рублей заплатили. Зато у нас за 1006 килограммов брусники и целая куча грибов. Так, Маська прикольная, это факт. Так, слушай, у меня что-то трубка садится. Дай-ка мне зарядочку. Опа-опа-опа. Опа. Потому что ты пока тут туси, пока у тебя трубка заряжается. Да? Да. Ты не бросай яблочки, а то яблочки еще меньше проживут. Я так. Не бросаю, я в шоке. Ребята, давайте больше сердечек. Точно, давайте больше. Скучали по нам. Так, про Саранск я все слышал. В Саранске, если вдруг будем, конечно же, мы объявим. А пока что мы можем сказать, что мы точно едем в Таллин, потому что у нас есть билеты в Таллин. 16, 17, 18. Так что все, кто захочет с нас встретиться, пишите, и мы скажем, где мы будем. Так, тайские каникулы будут, привет из Баку. Ребята, вы так часто задаете мне вопросы о тайских каникулах, что мне становится даже неудобно, потому что это проект Димы Клокова, и если он организует их, то, наверное, они будут. Вот. Собственно, вот так вот. Так, что еще? Привет. Кто-то хочет заняться с тобой сексом, но если что, вы можете... Да. Ну, рукой, наверное, своей. Так. Привет, Саня. Ирочке привет из Тольятти. О, привет. Так, яблоки натуральные, в Германии вообще не гниют. Слушай, Саня, у нас яблок на самом деле... Сашка, привет. Сезон всегда большой, ну, собственно, я не знаю. Яблоки за 400 рублей – это адский ад, потому что даже в Азбуке Вкуса, то есть в самом брендовом магазине... Как я могу так любить, я да, не понимаю. Так не бывает. Так, грибочки. Саша, скажи, инсулин пробовал хоть раз? Да, пробовал не раз, много лет подряд. С инсулином баловаться не стоит. Терапевтические дозировки применять можно, уж если вы решились. Больше 20 единиц точно делать не стоит. Стоит делать его короткий, если вы его делаете. Вот. Но, собственно, понимаете, что, во-первых, он приводит к ожирению, но физический результат он, конечно же, сталкивает в плюс. Собственно, вот так вот. Так, что с интернетом? Не надо гнать. С интернетом сегодня все шикарно. Так. Выше уже стал от этого. Да кто вам сказал, что я стал выше? Это у меня свет такой. Волосиков, видите? Да-да-да. Так. Ребята, по поводу АЭС не консультирую и, собственно, не стоит. Саня, мне 4 грибы шмурли, это страшно. Ребята, у меня есть мой дружбан, который сам занимается 4 лет. У него около 13 грыж и 4 больше сантиметра. Нормально занимается, в общем, все хорошо. Так, как избавиться от перфекционизма, убрать зеркала из дома. Так, кем работаю? Тренером. Сегодня губы поменьше. Все зависит от света, может быть. Показать дары леса? Покажу, но у меня сейчас трубочка садится, поэтому сейчас она подзарядится у меня на быстрой зарядке. Я покажу. А, есть. Ну ладно, все, пойду к Масе показывать вам грибочки. Опа! Та-та-та. Так. Саня, ты супер. Мася, огонь. Ты где живешь? В СПБ. Ладно, хорош смотреть на меня. Давайте смотреть на грибочки. Я уже показывал их вначале. Вот такие вот.
О, не знаю, мне очень нравится. Классные, да? Вообще. Как с погодой? В Питере сегодня солнечно, все шикарно. Какой телефон? Samsung H6. Не знаю, искать их, конечно, гораздо прикольнее. Но мы с Масей открыли новый рецепт. Кстати, о новом рецепте. Рецепт не новый, рецепт старый. Все спрашивают, что можно поделать. Всем надоевается рис, гречку. Все очень просто. Мы их отвариваем полчасика и замораживаем. Потом достаем порцию. Эту порцию обжариваем на граммах, наверное, на 15 оливкового масла. Добавляем сверху немножко пармезана, 100 граммов 10% сливок. Потом это мешаем с отварной гречкой, добавляем туда курицу. Получается шикарная каша гречневая вместе с курицей и грибами. Короче, очень шикарно. А ты сегодня планируешь готовить? На завтра, да. Только у нас вместо курицы с тобой телятинка маленькая. И картошка. А, ты хочешь с картошкой? Грибы, картошка, телятина? Угу. Супер, отлично, приготовлю. А что у нас из вина есть? Сами грибы собирали? Не, грибы не собирали. Кстати, Степан написал, что того вина уже нету. Ну, очень собственно, жалко. Очень жалко. Последнюю бутылку шато мы выпили. И где взяли грибы? Прямо у кого Выборка. Быстренько. Так, самое офигенное блюдо на массу. Наверное, голубцы. Их у нас есть много. Раньше, когда я набирал массу, я делал так. 6 килограммов голубцов, 1,5 литра сметаны, и, в общем, все шикарно идет. Это ты в день съедал? Ага. Нифига ты. А чего? Когда... А что ты меня тогда говоришь, что я много ем? Не, хотя 6 я не смогла. Это все просто. Когда у меня не было девушек, я сидел за компьютером, играл в Герои Цивилизации. Я цивилизацию. Не представляю вообще тебя. Каждые 2 часа съедаешь 3 голубчика, это примерно граммов 800. Туда кидаешь грамм 300-400 сметаны и бутылочку кока-колы. Очень хорошо идет, между прочим. Mm-hmm. Так, Друган, что с тобой? Как успехи по арму? Арм потихонечку начинаю возобновлять после полугодового перерыва. Вот. Ну, а возобновляю из-за того, что начинаю просто увеличивать веса работы на бицулечку. И аккуратненько качать пронатор. Собственно, вот так вот. Стоит ли считать калории из мяса? Вообще стоит считать все калории, если вы, собственно, этим занимаетесь. Просто надо понимать, к чему вы движетесь. Так, что-то с тутажем на глазах. Мы покажем, но он шикарненько уходит. Все, что мы хотели сделать, сделали. И, наверное, где-то в среду, в четверг. Масек, ты же мне сделаешь коллажик из того, что было на глазках? Мася сказала, что сделает коллажик из того, что у нас было 2 месяца назад, пока мы не начали. Но еще же все равно пигмент не ушел. Он только через месяц. Ну и что? Через 3 дня уже будет заметно, что ушел. Он на самом деле, вон, пятнами выходит такими шикарными. Но все равно... Спарингую ли по арму сейчас, да. На моем инстаграме есть... прикольное видео, там Костик, к сожалению, не помню фамилию Костика, но Костик у нас парень классный, и как человек, и как армрестлер, он, соответственно, у нас выступает за Омск. Вот, приехал в политех, по-моему, всех разгромил. Собственно, вот так, там есть видео, как мы с ним боролись. Ну, как боролись, пытались с ним бороться. Так, сидят неудачники, пытаются засрать человека, да? А я даже не замечаю, я читаю хорошие комментарии. Вы понимаете, мир он такой, каким мы хотим его видеть. Если мы видим плохое, он плохой. И видим хорошее, он хороший. Так что лучше видеть друзей, хорошие сообщения и позитивно смотреть на все. Так. Сколько стоит килограмм? А сколько стоит килограмм? Ну, смотрите, мы отдали 6 тысяч рублей где-то за 9 килограммов. Соответственно, вот так вот. Наверное, рублей по 700. В Петербурге ровно в 2 раза дороже. Так, привет из Саратова. Привет, Саша. Привет. Тогда я вот о чем. Чего? О чем хорошее еще хотели сказать? А, у Маски стартовал проект по пластической хирургии, она будет теперь девчонкам рассказывать. А все, по-моему, о пластике, глютеновой пластике, ринопластике, липосакции и всему остальному. Ну, не просто рассказывать, а собирать все вопросы от вас, девчонок, и, соответственно, перекидывать их нашей хирургу Маурову Ларисе Батразовне. И, соответственно, все вопросы, которые будут больше всего залайканы, будут заданы, и, соответственно, по ним будет сделана коротенькая видеозапись, которая пойдет в Инстаграм, и более длинная видеозапись, которая пойдет на YouTube. И к Масе, и ко мне. Собственно, вот так вот. Привет из Кемерово. Показать жену покажу. На обе руки спаррингуешь. Да. Что делать для суставов? Ничего не делаю. У меня, в общем, все в руках крепко. Просто не выхожу на максимумы и не спаррингуюсь часто. Собственно, вот так вот. Так, губы будете убирать? Там нечего убирать. Так, ты бреешь голову, Саш? Не брею. Мася, что они все сегодня докопались до моей головы? Я что, лысый? До головы? А, ну, видимо, свет так падает. Свет? Что, ну, кажется, ладно. Что ты лысый. Так. Кто-то написал по-испански. Джон пока обляр испаньоли. Компрендо. Глопа муча густо. Так.
тоже свожу тату, но красный цвет не выводится. Красный цвет не выводится, друзья мои, лазером, но есть ремоверы. Мася, между прочим, контора, в которой работает Мася, является одним из основных поставщиков одной из марок ремовера, которая работает вполне неплохо. Чем глаза красил? Интензой. Поэтому у меня не татуировочная, точнее, не перманентная краска, а татуировочная. Так. Так. Побриться под ноль, может быть, когда-нибудь. Нет. Ну что, не? Не? Не, мне надоели лысые мужики в моей жизни, не хочу. Короче, Мася не хочет лысого мужика. Так, так, так. Спец сколько? Жесть, стрёмно, что с лицом, ты гей, куча улыбок. Мася. То есть даже на Мише мне они доказывают? Не, они, наверное, воспринимают тебя тоже мужиком. Вот. А, ну нормально. Вот, хотя в директ пишут тебе, не хочешь ли встретиться, что ты делаешь с таким уродом, ты опять же из-за денег. Блин, где все деньги, интересно? Угу. Так, покажи жену. Александр, мое почтение. Короче, столько хочет тебя посмотреть, что проще показать уже тебя. На. Меня? Да, во. Это Масек. Масек у меня сегодня в домашней такой формочке, в шортиках. Мне, как всегда, холодно. Мася, как всегда, холодно. Мне всегда жарко. Покажи себя полностью, а то я видел только картинки. Попозже Маська мне покажет, у нее сейчас вон ручки заняты. Так. Сколько лет? Маське 16, мне 18. Ну, чуть больше. Саня, привет. Привет. Жена хорошая. Так. Опа. Мася, так а вот этот грибок будешь чистить, я хочу посмотреть. Мне вообще, на самом деле, это просто, знаешь, такая классика жанра, просто как из сказки этот гриб. Я не могу им насладиться даже, он кайфовый. Так, а если чуть расстегнуть кофту? Мася, все хотят почему-то расстегнуть кофту. Ты уже расстегнул. Все, посмотрите, больше не покажу. Так, один тапки расхолодно, у нас пол с подогревом. Мася, лайк, пусть многозначительно поправит очки. О! Вкусный будет ужин. Не просто ужин будет вкусный. Мы из всего этого сделаем запас на зиму. Мы в прошлый раз где-то творили килограммов 6 здесь. А я не видел. Чем? А ну-ка покажи. Вон что у нас получилось с прошлого раза. Что это показываешь? И что ты мне показала? По. Вот так вот. Это уже готовые порции такие на целые, наверное, даже раза два. Так, опа. Кто в лес ходил? В лес ходили грибники, а мы нашли этих грибников и купили у них грибочки. Соответственно, все радостные. Что за ссылка у нее в инсте? Фотки посмотреть. В инстаграме есть я. Почти на всех фотографиях Мася отмечена. Вы на них нажимаете и, соответственно, находите Масю в интернете. Так. Александр, ты чаще, мы с тобой. Спасибо огромное. Ты таким родился? Нет, ребята. Короче, все в инстаграме. Все, кто на меня подписан, есть же YouTube-канал, инстаграм, ВК. Информации все. Целую кучу. Все, что хотите увидеть и услышать, там уже есть. Так. Саша грибоед. Нет, Саша просто запарился жрать уже гречку. Просто так. А, столовская еда, это, конечно, хорошо, потому что ее не нужно готовить. Но я в прошлый раз приготовил Масе гречку с грибами и курицей. Оказалось так нереально вкусно, что мы решили, что зимой мы будем стараться есть это почаще. Соответственно, вот сейчас мы почти все отварим, а потом на следующие 3 дня так и забабахаем. Гречка, грибы и курица. Так. Вроде адекватный, но лицо, оу, не знаю, что такое, как найти в инста. Что там, в ухо кто-то говорит? Нет, там малышендры начинают писать что-то, звонить, а мы заняты. Если у вас родятся дети, они тоже будут умные и красивые. Если это очень такое сослагательное наклонение, они у нас не родятся. Как заниматься в зале при грыже? Грыж целую кучу, надо понять, где она, как она расположена, какого размера, в какую сторону смотрит. Заниматься однозначно можно и даже нужно. Вот. Сколько в грибах белков и углеводов? Иногда говорят, что грибы даже не с этой планеты. А сами грибы, белок грибной на 99% не усваиваются, кто бы вам что ни говорил. Углеводов у них тоже мало, причем поэтому, даже находясь на сушке и на диете, грибы можно есть и добавлять для запаха и для вкуса. Вот и весь, собственно, ответ. Как тебя в ВК зовут? Так же, как и в жизни. Так, не успеваю читать. Если в 3 отделах протрузия или грыжа. У Маси он тоже в 2 отделах, в одном протрузии, в другом грыжи, нормально занимается. Соответственно, и почти все люди, у которых я знаю, почти у всех есть грыжа. Ну, по крайней мере, у 2 человек из 3. Собственно, здесь надо просто правильно делать нагрузку и понимать, что спорт ради здоровья, не наоборот. Так, зачем красишься? Дурацкие вопросы, идите на YouTube. Топ-10 самых тупых вопросов. Это по поводу красишься. Это татуировка, блин, вы задолбали. Так, кто-то ненавидит грибы, есть такое, а кто-то вообще вегетарианец и ненавидит мясо.
Так, ты в инсте как Александр Шпак записан, не могу найти. Александр.шпак. Александр.шпак. На английском. Соответственно, все просто. Вы там меня найдете, потому что... Сколько там? 36-37 тысяч подписчиков там вроде есть. Так, от ремовера шрама могут остаться. Если ремовер хреновер, может остаться. Если неправильно вбит, может остаться. Ремовер еще шраму дает, если вы делаете не у профессионала. Любым средством можно сделать. Ну да, шрамы. Вот Мася, соответственно, грамотно говорит. Надеюсь, вы услышали. Поэтому ищите хорошего специалиста с хорошим препаратом, и все у вас будет хорошо. Потому что у нас мы делаем, у нас потрясающие результаты. Причем делают не просто на заднице, спине или руке, где кожа жесткая, а делают это на глазах, на губах, на бровях. А глаза и губы наиболее мягкая, очень нежная кожа, практически на грани как слизистая. Так, показать Масю. Наслышан, что грибы не перевариваются. Да, абсолютно точно, грибы практически не перевариваются, зато дают прекрасный запах и вкус. Соответственно, это прекрасное дополнение для вкуснятины. Мася там, ну ладно, более-менее нормальная. Не, наверное, так, Масе идут очки, это бесспорно, тем более очки у нее хорошенькие. Они легонькие, пуленепробиваемые, так что все шикарно. Так, привет Кокляеву. Ну ладно, передам, хотя у Мишки есть свой инстаграм, и он всегда, по-моему, читает сообщение, которое ему присылает. Так. Зачем я с собой все это сделал? Зачем, боже? Почему Мася не на лабутенах? Вы шикарный вопрос задаете. Вы что думаете, что Мася будет готовить грибочки на лабутенах? Ну, тогда нужно ее одеть сразу еще в какой-нибудь красный латекс. Вот. Будет здорово. Это как-то в другой раз. Ага. Так, когда Мася будет рассказывать про пластику? Мася, как и я, имеет вполне определенные знания по этому поводу, но, наверное, будет гораздо более этичнее и правильнее, если об этом расскажет хирург. Пластический хирург, который, соответственно, этим занимается каждый божий первая день. Первая тема, которая будет, Мася говорит, это будет что? Сиськи? Да, увеличение. Это будет мамопластика, увеличение груди, соответственно, все вопросы, которые вы зададите, будут вами же пролайканы, которые будут наиболее популярные, по ним будет снято видео, на вопросы все ответит пластический хирург, на любые вопросы, даже которые кажутся глупые, если там будет много лайков, потому что у многих целая куча сомнений, страхов и предвзятостей. Вот, собственно, вот так вот. А под тем видео вы оставите новые вопросы, по нему будет сниматься следующее видео. В общем, все логично. Как ты в ВК подписан? Блин, ребята, как я подписан? Александр Шпак. Александр Шпак, забивайте, по-моему, я есть... Короче, самое простое, забить Саша Шпак на Ютубе. Забивайте Саша Шпак на Ютубе и видите целую кучу меня. Заходите на мою страницу, и там в описании есть все, где я нахожусь. ВК, Фейсбук, Инстаграм, в общем, везде. Так, это будет перископ? Нет, это будет не перископ, это будет профессионально сделанное видео. Собственно, вот так вот. Почему у Маси всегда волосы пучком? У Маси волосы пучком, потому что почему у меня? Потому что это удобно и комфортно. А вот как вы хотите, чтобы они были выпрямлены, налачены, и, соответственно, она была в бальном платье? Я скажу, у меня волосы как у маленького ребенка. Они очень пушистые, и мне это ужасно неудобно. Представляете, когда пушок одуванчик вот так по всей голове? Мне это неудобно, поэтому они у меня в хвостике. О! У меня такое ощущение, что тебя подарили. Меня или ее? И что так мало сердечек? Я смотрю в основном зелененьким, спасибо. Афрозачес? Нет, афрозачес не такой. У афро совсем другие зачесы. Давно ли мы вместе? Да. Ты вампир? Нет. Просто мне нравятся зубки такие. Вы классные, спасибо. Это твоя жена? Нет, это жена соседа. Пока сосед ушел, решил прийти. А что ты их так чистишь, Мася? Странненько. Потому что это подберу эти... Подосиновики? Чего? Ты их так чистишь всегда, что ли? Конечно. А я никогда. Что, это же... Зачем ты красишься? Наверное, вопрос мне, да? Угу. Скажи. Посмотрите, пожалуйста, YouTube топ-10 вопросов Александру Шпаку. Там он все подробно рассказывает. Вот, собственно, вот так специально, чтобы в перископе не... позванивает нам, перебивает трансляцию. Вот так вот. У подосиновиков ножки чистят сверху. Мася, а ты как чистишь? Okay, она так и чистит. Так, привет из Башкирии, Уфа, спасибо. Вы их не вымачиваете? Мы их не вымачиваем, мы их... Я их отвариваю по 30 минут. Вот, так. Потом промываю, и все, и можно замораживать. Да. Только ты нам оставь порцайку, потому что я вкусненько их пожарю, хорошо? Так, только они, конечно, будут стоять. Так, Мася хозяюшка, молодец, пример для всех женщин. Мася, да. Я еще столько всего умею, Но готовлю обычно я.
Ну, я не хочу. Потому что я сейчас в Перископе, Мася вопросы быстро не хочет читать, говорит, общайся с электоратом сам. Так, сегодня у нас тоже грибы. Поздравляю. Привет из Харькова. Как дела? Показать койки. Мась, покажи койки. У меня нету. У нее нету. Сколько вес у Маси? Вес у Маси 65, она застряла на месте. 11 сентября фотосессия. А я жиробас. Я много жиру. Меня вот. Уже Саша отругал. Я ну, в трансе. Ничего, 61 будет, а там посмотрим. Как часто хочешь делать маникюр? Раз в 3 недели. Какой у меня вес? 111. Опять грибы. Грибов много. Что-то такое. Не бывает. А, ну там только снизу можно вырезать. Фух. Жиробасный в руль. Это, наверное, тебе. Я жиробас. Сейчас вам все покажу. Та-да-да-да. А, блин, ты в лифчике, а я думал, сейчас ты опять покажешь сиськи, нас потом забанят, а я буду рассказывать, что я просто камеру не успею открыть. Показывай, вот мой жир. Видите? Вот он жир. Вот он жир. Смотрите, вот он жир. Вот. Все. Он некрасивый живот, он какой, фу. Вот. Саня, как стать таким же огромным, как ты? Секрета нет, 20 лет тренировок, 5 раз в день. Правильное питание, кстати, не обязательно, потому что я на самом деле питаюсь не очень правильно, а сейчас вообще у меня белка, наверное, граммов 100 выходит в день. А сегодня я вообще ел 2 раза, это были хот-доги и кофе, потому что мы провели за рулем, я, часов 7. Как на вес набрать без зала? Ну, я не думаю, что это будет самый лучший вариант, но тогда это можно делать на турнике, но, собственно, там тоже нужно правильно чередовать нагрузку. Детей вам надо? Нет, спасибо, у нас другие моральные ценности и другие интересы. Как убрать целлюлит? Начать двигаться. Целлюлит – это гормональная тема, связанная с нарушением обмена веществ. А здесь может быть все что угодно, но, как правило, это неправильное поедание всякого не пойми чего, ну и отсутствие правильного движения. В современном мире почти никто не двигается, как раньше. Все сидят на заднице ровно, то в машине… И тыркают в телефон. Да. Или сидят в перископе. Так. Где лучше шаверма в Питере? Я не знаю. Мы в Александровском парке едим. Прикольная шаверма, она сделана из телятины. Ну, правда, она стоит что-то рублей 370. Вот. Какой производитель ремувера лучше? Мася? Слушайте, Америка Режуи называется. Да, собственно, вот так вот. А все остальное пишите Масе в директ. Так, вы в Макдак кушаете? Честно говоря, да, но это обычно раз, наверное... Раза 3-4 в год. Вот так вот. Саша, не игнорь. Я не игнорю, не все успеваю читать. Мася, привет тебе от жены. У вас чувство юмора есть. Прикольно. Ну, конечно, куда без чувства юмора-то. Такие позитивные, поднимайте настроение. Спасибо. А че сегодня сердечков так мало? Фоток много, а сердечков мало. Так, можно вывешивать траурные флаги. Поездка в Германию отменяется. Саня, да. А, точно. Зато она не отменяется у нас в Таллин. И сегодня мы еще купили... билеты в Таиланд. Мы все ломались. Мексика-Таиланд, Таиланд-Мексика, Мексика-Таиланд. В итоге мы летим в Таиланд. Нас это очень радует. Не радует то, что не бизнес-классом. Потому что что-то бизнес-класс стоит столько, что я, честно говоря, в полном. Вот. Собственно, вот так вот. Но зато у нас там будет все прикольненько. 3 недели отдыха. Вилла с видом на океан. Короче, будет все прикольно. Когда планируете детей? Никогда. Почему так мало кушаешь и не теряешь вес? В чем секрет? Секрет в том, что не надо иметь стереотипное мышление. А как по поводу перетренированности, какого-то количества повторений или тому, что нужно много-много есть. Я знаю людей, которые едят по 6-7 раз в день и не набирают вес. А, соответственно, я так много не ем. А чем летите в Тай? Не азурчиком. Азуром мы больше не летаем. Азур – это полная жопа. Мы, да, летим аэрофлотом. Собственно, это чуть подороже. А, Мася, ну капаешь на наши персики. Они же загниют. Вот, собственно, вот так. И будем там, с какого мы там? С 17 по... 8. По 8. 17 декабря по 8 января. Вот. Так, вы супер, я вас обожаю. Спасибо, когда летим, только что ответил. Заболела лихорадкой Денге в Тае. Мажьтесь от комаров. Мы ничем не заболеем. Ну, на самом деле, помазаться точно не мешает, да? Мася, твой рукав тут видно. Подожди, я включаю грибочки. Все. Все? Отлично. Аэрофлот 2 раза дороже? Не, мы сегодня смотрели
разные билеты. Мы смотрели сегодня отдельно букингом, смотрели сегодня скайсканером. Но у нас подружка, у нее хорошая турфирма в Санкт-Петербурге. И, соответственно, мы подобрали шикарный тур. И получается, что это реально процентов на 30-40 дешевле купить сразу тур. Причем мы же летим, по-моему, не чартером, да? Чартером. А, это чартер? Ну, собственно, зато аэрофлотовский. Вот так вот. Так, показать квартиру. Квартиру я уже показывал. Она хорошенькая, спокойненькая и чистенькая. Так, сиськи покажи, попу покажи. Интересно, чью? Попу мази, хорошо, что сказали, отлично. Конечно, не заболейте, но серьезно, мажьте обязательно, это жестоко неприятно болеть. И, блин, я с вами абсолютно согласен, спасибо за предупреждение. Кстати, может быть, тогда заодно потом напишите в директ, какую мазь вы использовали потом уже, либо которую надо использовать было. Цены скажи. Цены, смотрите, есть разные. Мы видели на 3 недели в Тай. Мася, без прикола уже, да? Мы видели на 3 недели в Тай. Вылет с Москвы. Ух, башка сегодня болит. Кошмар. Я уже там 130 тысяч рублей на двоих. Это отель трешечка. Собственно, вот так вот. И там полет Азуром, да. Собственно, вот. 130 тысяч рублей на 3 недели. Это было круто. Ну, я сейчас с ними доболтаю и выпью таблетку. Я доживу. Так, из Латвии вам привет, спасибо. Что-то у нас, кстати, сегодня народу мало. Мы что-то, видимо, в топ не попали. Хотя какой нахрен топ, когда сегодня суббота и вещь. Времени сколько времени, Масяня? Не знаю. А, у нас же вон часы. 7 часов вечера. Да. О. А я вообще сегодня сонная. Да? Угу. Ну ты все время у меня сонная. А я вот нет. Мы сегодня зато успели целую кучу дел сделать. Заехать в Adidas, купить прикольные кроссовки для баскетбола. Я очень рад, потому что это единственная модель, которая мне подходит. У меня стопа широкая, и баскетбольная серия оказалась просто нереально крутой. Азур тебя ждет? Не Азур. У нас ждет Аэрофлот. Почему не будет детей? Длинная версия есть на YouTube-канале в наших интервью. Называется интервью. Там, соответственно, 5 разных интервью. И о детях там есть. Вот, а короткая версия есть. Тоже на YouTube. Называется топ-10 вопросов. Там, соответственно, этот вопрос входит в топ-10. Показать кроссы? Не покажу, они лежат где-то здесь. Или пойти показать кроссы? Ну, пойди покажи. Пойду покажу кроссы. Давайте, принесу карточки. Да, я дойду, а что? Так. Та-та-та-та-та-та. Та. А ты что, уже все повыбрасывал, что ли? Нет. А где коробочки-то? Они уже все на месте. А в ту комнату лучше не показывать зрителям. А где на месте? То есть грязными руками. Они не грязные. Одни кроссовочки. Вот такие вот. Та-та-та. Полы красивые. Да, есть такое. Мы специально выбирали. Но у нас маски, как всегда, это все быстро. Так, показал бы лучше сиськи. Сиськи смотрите на эротических сайтах. Ну, короче, одни кроссовочки. Вот такие вот. Это Adidas. На ногах накрашены, да. Вы не красите? У вас желтые ногти, не? Я вот люблю красненькие. Так, собственно, вот такие вот одни кроссовочки. Кем ты работаешь? Работаю тренером. Так. А вторые кроссовочки. А вторые кроссовочки еще лучше. Сейчас вам покажу. Но это Porsche. Вот так вот. Вечно у меня так все выходит. Сколько по деньгам? Смотрите, ребята, в интернете. Вторые вот такие. Вторые вообще кайфовые, мне очень понравились. Они сделаны из кожи, и, соответственно, они абсолютно не будут промокать. Вот так. Так. Вот так они выглядят. Короче, мне понравились. Опа. Опа. Вот такие. И вот такие. Вот эти для зала, эти для жизни. Не, они не зимние, они просто обалденные. Во. Да, обновочки шик. Послезавтра можно будет уже все. Опа. Понадевать. Так, какой размер? Скажи, что... У меня 43-й. Да, Масенька? Что мы завтра будем твою татуировку делать. А, ну, как будем? Кстати, надо позвонить Кире и узнать, что мы завтра будем делать. Да, завтра мы будем делать мою татуировку. Будем начинать что-то делать на груди. Вот. Вот. Собственно, вот так вот. И будет интересный проект. Я не знаю, что мы еще будем делать. То есть, в голове это я точно знаю, но мы не имеем никакого эскиза. Будем сразу рисовать на теле.
Так, на каком рынке что взял? Я не на рынке взял кроссовки, а в Адидасе. Причем не просто взял, а нужно было заказать заранее. Нет, размер у меня 43, а нога очень широкая. Собственно так, какого цвета у вас шорты? А, шторы. Мы с какого цвета у нас шторы? Синие. Пустые места заполнять, и пустые места, да, и, соответственно, ниже уходить потом на живот. Казахстану тоже солнечный привет. Ух ты, у нас сколько грибов. Мася, они вот так вот это, проварятся тут? Слушай, или ты еще дольешь, а потом воды? Нет, они потом все закипят и утонут. Закипят и утонут? Да. Снимешь видео с мастером тату? Не знаю, для Инстаграма однозначно снимем, а там посмотрит. Привет из Омска. Омску привет. У вас есть такой армрестлер Костик. Он выступает за вашу сборную. Так что Костику привет. Омску тоже. Так, цветной проект тату будет. Тату будет цветная, но проекта эскиза не будет никакого. Можно грибы делать в проварке? Честно говоря, не знаю, но мне кажется, что нельзя. Вон, Мася тоже качает головой, что типа нельзя их делать в проварке. Минимум полчаса надо отваривать. Да, собственно так. О, привет из Беларуси. Привет. Сегодня вспоминал ваши яблочки, потому что когда нам продали яблочки, как это... Проклятое место называется. Огоньки, я в шоке. Огоньки, нам продали тухлые яблоки за 400 рублей. Мася просто не очень считает порой денежку, и вот ходит такая вот хренотень. Вот. Потому что в Питере, да и вообще сезон яблок, яблоки дороже 50 рублей стоить не должны. Да я в шоке. Да. Ой, прости. Так, привет с Новосибирска. Все, мальчики, девочки, телефон совсем окончательно садится. Еще один привет из Казахстана, вам тоже. Салам алейкум из Азербайджана, и вам, вам огромный-огромный привет. Так, все, показываю Масю. Мася с грибами. Мася с грибами? Мася в носочках вся такая прям уже, ну вообще. Все. А у твоей Маси есть койки? Нет, у Маси нет койков, она не хочет их делать. Все, всем спасибо, всем пока, хорошего настроения и до встречи. Опа. А ты Юрке отправил это видео?